То есть, чисто теоретически ульт можно просто даже юзнуть в какой-то момент, но желательно, конечно, притянуть. Типа появляется метка, ты притянул, дальше дамажишь, бьешь, больно. Все, слон страдает максимально. Всем здорово, народ, вы на канале Арти. Перед началом просмотра не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Хорошего просмотра. Сейчас покажем хороший стабильный билд. Не знаю, как будет игра выглядеть. Все будет очень сильно от команды зависеть. Теперь так будешь покупать. Не, по моей рефералочке, если покупать гемчики, то я же говорю, это такая... АФК поддержка, и типа, ну это очень круто для меня. Ты никогда не хотел поиграть в КС? Я очень долго и много играл в КС, парни. Очень долго и много. Хорош, дабл, Данзабурик. Имба. Здорово, здорово, стрим. Кто троллит? Венг троллит? Тихо. Домой. Enemy god down. А, все, понял, понял, понял. Хорошо, как зашло-то, да? Белка очень глупо поступил, конечно. Это все это коврик новый от Virtus Pro. Все, Герсис, дохожу до 2500 ммр. И скипаю смайт. Иначе получается все добился уже, уже неинтересно бы. Так. Маны нет, а хп фул. Вот как на базу уходить? Надо на базу уходить. Прошел смайт, ну типа понял этот, все, рейтинг там, все дела. Давай, давай, спасибо, спасибо, спасибо. Be careful, middle. Здорово, Инкрист. Здорово, Дим. И постримить КС не хочешь? Ну не знаю, я же давно в нее не играю. Я бы лучше Valorant постримил, чем КС. Потому что Valorant все-таки как-то мне уже ближе, чем КС, конечно. Valorant мне прям дико заходит. Спасибо. Attack. Attack. Как же он выжил, еле выжил. Юрок. Братанчик. Ты умер, нет? Понятно, что ретрит. От белки попробую идти. Блин, вот чел просто взял меня, убил. Ой, могут саппорты стоять на солосе, да? Какие? Да, в принципе, могут. Но он правильно написали. Ктулху может. Кабра сейчас спорно, но в целом может. Цербера часто берут, Артю, ну не знаю. Вообще, на самом деле, саппорт, наверное, любой может на соло отстоять. Юрмунгант один из лучших, наверное, соло-лайнеров сейчас. Из среди саппортов. Афина не... Ну, да может, и Афина может, понимаешь? Но насколько это будет эффективно, тоже хз. Тулху, наверное, самый сильный. Юрмунгант, вот, да, Тулху, Юрмунгант самый сильный, наверное, соло-лайнер сейчас. Как по мне.
А чё я туда пошёл-то? Цербер тоже. Вот Цербера крайне редко вижу. Как же мы его расконтролили, господи. Просто разорвали чат. А в Apex не играл? Играл, конечно. Как же король? В смысле? Не, они говорят, эти, гвардианы. Какой гвардиан? Я вас категорически приветствую, и я вас приветствую, аристократ. Блин, вот мой великолепный макроконтроль игры. 40 монет не дождался. Но тем временем 8-2. Мы видели Геп Соло. Да, ролик на Ютубе, можно зайти посмотреть, кайфануть. Я увидел. Вчера на Соло 6 каток подряд выиграл линию, а потом попал в Цербер, и я ему проиграл. Может быть, нет, Цербер хорош. Цербер хорош, но я его крайне редко вижу сейчас. Крайне, прям вот Цербера я прям, ну не знаю, когда я последний раз его видел. Как будто бы вообще его не видел никогда. Домой? Хорошо. Эмир самый сильный гвард для Соло. Не-не-не-не-не. Йормунганд, Ктулху, да. Эмир в целом хороший гвардиан. Но не сказать, что самый сильный. Если не бомбишь, значит стрим будет удачный. Так а чем мне бомбить? Я бомблю, когда я начинаю катку, и мне попадается капец что. А у меня рандомная стоит. Поэтому я не знаю, что это за анимация повышения уровня, если честно. Ребята, он у меня шарит за такие штуки. Они, наверное, могут пояснить. Я, если честно, не скажу. Ксин куда сильнее. И такое возможно. Здорово, здорово, Ревенджерс. Лол. А чё там, нормально всё? Как я выжил? Как белка меня не убила? Вон монетку заберу. Как пользоваться ее ультой? Она работает на подброс, то есть когда человек, персонаж, бог, оказывается в воздухе, именно из-за подброса кнокапа какого-нибудь, на нем появляется метка. Во время этой метки, если ты нажимаешь ульт, ты, соответственно, его притягиваешь к себе. И получаешь там еще бонус какие-то. Урон, да, скорость атаки, силу. То есть, чисто теоретически, ульт можно просто даже юзнуть в какой-то момент. Но желательно, конечно, притянуть. Типа, появляется метка, ты притянул. Дальше дамажишь, бьешь, больно. Все, слон страдает максимально. Отличный ульт. То есть, отличный контр-пик для персонажей, которые имеют эскейпы, прыжки. Типа какой-нибудь Хоуи. Также ульт работает на Сциллу, на ее подкуп под землей, на Хейдеса, который также под землей проходит. Не знаю, почему Хайреза решили так сделать, но это тоже считается вот таким вот... такой вот фигней, которая работает... на которую работает наш ульт. Авиликс офигенный ассасин в плане урона. Дико заходит. Очень много урона. Особенно в Ирле.
Домой. Домой. Блин. Домой. Нет, на прыжок через пробел не работает. То есть это должен быть именно эффект подброса. Но у меня нет, братан. Кулдаун ульты. Мог бы я ее приговорить, конечно, сейчас. Господи, сколько же у нее урона. Тьма тьмущая. Я не знаю, зачем он это сделал, но мне кажется, он уже просто сдался. Здорово, артефакт. Я на Ксинге такие явные проблемы на соло возникали только против Осириса. А Осирис в последнее время силен. Кстати, о птичках. Все, парень явно бэкался уже на фоне того, что он сдался. Какого ассасина мейнишь? А я не мейню ассасинов, у меня АДК мейн. Ну, я поставил себе джанглер, конечно, сейчас в подбор, по-моему. Ну, не знаю, мне нравится Меркурий сейчас, Кали хороша. Не знаю, но мне вот последние стримы что-то вставляет на миду поиграть. Очень сильные тычки, да. Прям дикость какая-то. Почему не жмякается? Ладно, свое я у него забрал. Здорово, Эйст. Твои действительно не видно, кстати, сообщения. Не знаю почему. Привет. Может быть, у меня стоит показывать только интересные сообщения, но вроде бы нет. Не, у меня все стоят. Может, я пропустил? Но он игнорщик. О, Хеннесси, здорово. Но я не игнорщик, лул. Сейчас бы быть игнорщиком своего великолепного чата. Хорош геп. Чисто навтыкал. Если геп его уйдет, он задизморалится. Убьет. Он не убьет, да. Нотариус, авку на полчаса раздашь. Да, конечно. Не, ну этого следовало ожидать. Мейн из прошлого сезона. Привет. Мейн из прошлого сезона Идзу и Аполлона. Это все так же актуально или посмотришь какое-то посерьезнее по механике соответствующее? Так, Идзу и Аполлон. Но Аполлон сейчас очень сильный. Поэтому его по-любому мейнить. И за нами мой любимый АДК. Поэтому я, конечно, за нее. Но из АДК могу посоветовать еще Купидона. Купидон сейчас очень сильный. Многим моделька, правда, не нравится. Но он силен. Я на канале с каждым стримом все больше и больше актива. Хотелось бы верить в это, дядь. Хотелось бы верить. Я все-таки стараюсь. Я все-таки стараюсь запускаться почаще, делать какие-то видосики. Я говорю, когда-нибудь время дойдет и до гайдов. Я обещал в этом году начать гайды делать. Гайды должны мне актив дать. Еще больше. Ну, просмотры, по крайней мере, точно должны будут вырасти. А, как не Артемида, недавно играл на ней и нанес очень много дамага. Артемида сейчас тоже очень сильная. Мне нравится, кстати. Артемида очень нравится как охотник. У нее очень туго идет ирли, то есть начало игры крайне тугое. Но при этом лейт просто божественный. В лейте можно просто размять всем лица. 19-6, они вообще не планируют ничего делать. Enemy spotted. Teammates are on it. Enemies are slain. Домой. That is what we're looking for. Stop. Oh.
А Купидон-то здесь что делает? Зря прыгнул, конечно. Ого. А как? Ладно, моя ошибка. Но я, конечно, не понял, почему он так перепрыгнул его ульт. Я знаю, Крипстон, я знаю, я же только что говорил про это. То, что я могу ксилу притягивать в ульте, я могу хадеса притягивать в ульте. На Артемис можно отравленный сюрикен взять, и классно будет. Я в последнее время мэйню магически АДК и чувствую мазохистом из-за этого. Почему? Я мэйню Аларуна, допустим. Здорово, Михаил. Ну шо ха-ха, ну шо ха-ха, ну бывает. Я-то рассчитал на то, что Данзабура в него врежется ультой, еще сверху я прыгну и дал бы двойку. А так он заэвейдил, получается. Сама Великс мне нравится, но у меня на ней также проблема, что и на тире. Я не попадаю, все из-за FPS 20. Ну, FPS решает в большей части соревновательных игр, в которые я бы играл. Поэтому... Я не знаю, я не представляю себе соревновательную игру, где не нужен FPS. Какие-нибудь ККИ, наверное. Карты там и все такое. Как там с танками? Ну, пока никак. Пока никто не заказывал. Мне тиммейт репорт кинут? Ну да, да. И такое возможно. Я убил, молодец. Я бы сейчас корпа у них забрал. Чтоб они не усиливали свои джангл бафы. Херсто. Ну, я говорю, ККИ, в принципе, любые. Здорово. Я хорошо, спасибо, парни, что спрашиваете. Я отлично. Чувствую себя великолепно. Ну, проблем. А я в рейд на фон играю, хорош. Здорово, Берт. Прикол с тиммейтами. Давай, что за прикол с тиммейтами? Мне кажется, они уже подгорели, конечно, жестко. У меня вчера один из зрителей поучаствовал в каких-то соревнованиях по World of Tanks, и они выиграли деньги какие-то. По 20 кусков на каждого, Саня писал. Типа, мое почтение танкам. Это что было? Окей, чисто на фартах. Что думаешь о Хоуи? По мне у него все скиллы очень крутые, полезные, но кажется ему не хватает дамага. Нет, с дамагом у него все хорошо, потому что Хоуи все-таки по механике должен играться через... Да дай же я... Офигеть. Да блять! Да я уже убью его. Хоуи должен играться через рикошеты. У него весь основной урон в рикошетах. Слушай, ну они начали сопротивляться. Кухулин вон право пушит нам. Иди стрим танки. Я недавно сделал вывод такой, что возможно мне, может быть, имеет смысл доту подстримить. Вы, конечно, сейчас все хором скажете нет. Типа в этом нет никакого смысла. Но я практически уверен, что это краеугольный камень моего стрима.
О, это был прыжок. Если вы будете смотреть доту у меня, и я бы знал, что у меня будет актив, который принесет мне новых зрителей, я бы, возможно, попробовал бы. Просто домой. Как же хорошо идет у меня на Ауиликс. С таким билдом еще, короче, скорее всего, катка до конца не завершится. А еще брать, ну, соответственно, мы дособираем нож в сердце и из этого собираем бубну. И, ну, соответственно, все, разрываем всем жопы. У нее урона становится, ну, крайне много. Ну, крайне прям много. Да, я согласен, то, что после смайта в доте будет достаточно низкая динамика. Но... там очень большое сообщество. Очень большое. Посмотрите на урон. Посмотрите на урон с бафом ФГ. Посмотрите на мой урон, на показатели моего урона. И плюс бубна будет, да? Бубна просто, ну я не знаю, разорвет лица в, ну, в клочья. Я не знаю. Дробилку? Не, не буду менять. Потому что нужно дособирать бубну и заменить сапог. Это идеально будет. Хорош, лол. Лол, ракеты видели? А, еще и состилил. Еще и состилил. Такой рафлан, конечно. Вот я тоже не понимаю. What the Zeus is going on? Как же Данзабура дамажит? Ну, легчайшее, легчайшее, конечно. 12-3 на Авеликс, хорошо. Хорошо. В целом мы можем посмотреть и финал, ну, типа, статистику. Многим заходит смотреть статистику. Ну, собственно, вот такие показатели. Ну, смотри, Данзабура меня на изи передамажил. Тир вообще жесть, сколько урона нанес, я даже не представляю как. Ну, и вот такие вот билды. Ну, мой финальный билд вы поняли, да? Это идеальный билд, как по мне, для Авеликс в этом сезоне. То есть здесь мы докупаем бубну. И урона с руки и со скиллов, ну, просто какое-то невероятное количество. Так что как-то так.